Твери на Волоколамском проспекте идет ремонт тротуаров. В связи с чем при съезде с Южного моста на проспекте в часы пик образовываются заторы. Вместо трех полос для движения автомобилей у водителей осталось лишь две. Одна отведена под временную пешеходную зону. Ремонтные работы пока ведутся только по одной стороне Волоколамского проспекта.